Всем приветики! И сегодня я снимаю распаковку письма. Вот такое письмо. Вот так оно выглядит. Тут 2017. От кого? От Вика ЛПС. Кому? Ола ЛПС. Тут вот такой котик, это наподобие Аманды. А тут смайль. А еще сзади тут еще... Ау. Вот так написано Ола ЛПС. Давайте посмотрим внутренность. Посмотрите, что там есть. А сейчас я уже увидела письмо. И мы почитаем письмо. Тут написано письмо. Много смайликов. Вот такой милый котик. И вот тут само письмо. Тут Билл шифр нарисован. Потом вот такой майк. Тут само письмо. Привет. Сори за ошибки. Мне все равно на ошибки. Вопросы. Так, на вопросы мы потом ответим. Само письмо. Открой конфет с надписью «Сюрприз». Сейчас я прочитаю. Короче, там было написано «Открой с надписью «Сюрприз» полностью». И там ты правда закрываешь «Жизнь ЛПС». Да, я правда закрываю «Жизнь ЛПС» сериал. Но я открываю новый сериал «Наша тайна». И она еще не знает, что еще писать. Дальше, сейчас посмотрим, что там дальше. Вот конверт с надписью «Сюрприз». И там еще один смайлик. Там больше ничего нету. Вот. И там сюрприз написано. И это... Котик! Котик! Мясный котик. Зато у меня теперь есть конвертики для ЛПС. Да. Дальше у нас идут вещички. Это идет вот такой стульчик из фильма News Families. Вот. Такой еще сейчас посмотрим, как на нем Пэт сидит. Вот. Идеально. Дальше там идет шапка для ЛПС. Такая. Тоже померяем сейчас. Сейчас. Одевайся. На. Вот такая шапочка. Прикольно, кстати, она на нем выглядит. Но я потом другому померю. И там последняя вещь. Это вот что. И это там. Там много чего написано. Вот. Ня-ня. Еще одна тетрадочка. Последнее, что это было в письме. Не очень, но я старалась. Вот. Тут даже ее подпись. Это вот такой нянька Фанька. Ола Коут. Это моя версия коте. Вот такая. Это чем-то склеено, что? Это просто так склеено. Ну, это такая няфа Фанька. Катафанька. Вот такая милая Катафанька. Ня. Только у меня теперь чёлка. Так уж. Так как-то. И да, это моё уже второе письмо. Если вы не видели первое, пойдите по ссылке в описании. Она будет. Ну, это было, по-моему, всё. Ну, точнее, я ничего больше не заметила. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!